Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Так. Осталось подписать. Печать. Надоели эти листья? Жуем, жуем. Хочется чего-то новенького и необыкновенного. О, например, вот такого. Ух ты! Стойте! Что вы делаете? Это мое творение! Откуда нам знать, что оно ваше? А это что? А что это? Это моя печать. А значит, это моя скульптура. И трогать ее нельзя. Ладно, ладно. Извините, мы не заметили вашу печать. Слушай, печать — это здорово. Да, но где мы ее возьмем? Сами сделаем. Хотя бы из гриба. Здорово получилось! Теперь это наш гриб. Ага. Не думал, что ставить печати так тяжело. Стой! Теперь это наше! Как ваше? Почему? Потому что тут стоит наша печать. Все, на чем она стоит, наше. Шнюк сказал, что если на чем-то стоит твоя печать, то это твое. А? А вокруг замка мы построим... О! Ой! Что это такое? Уходите отсюда! Идите играть в другое место. Вот еще! Это наш замок! И мы останемся здесь! Был ваш, стал наш! Это тоже теперь наше! Теперь все будет наше! Лес, пруд, ива! Точно! И иву себе заберем! А как же дедуля и бабуля? Гусениц надо остановить! Но как? Пупсень, остановитесь! Мы не дадим вам забрать иву! Интересно, как вы можете нам помешать? А вот так! У нас тоже есть печати! Сейчас они иву себе заберут! Да что здесь творится? Мы спасаем иву! А вы не можете спасать иву на улице? Хорошо, дедуля! Пупсень, я Лунтика припечатал! Он теперь наш! Отлично! Теперь все, что он припечатал, тоже наше! Нет, Лунтик наш! Лунтик наш! Нет, наш! Наш! Вы мешаете мне работать! Извините, дядя Шнюк, гусеницы везде ставят свои печати, чтобы все принадлежало им. Какая глупость! Поставить печать – это не значит присвоить себе. Но вы же сами сказали, что скульптура ваша, потому что там ваша печать. Скульптура моя, потому что я ее создал. А чтобы все это знали, я поставил печать. А вы? Вы что, вырастили эту траву или иву посадили? Это не может быть вашим. Значит, я тоже не их? А ты, Лунтик, тем более. Ура! Ура! Значит, все это не наше? Вот сделайте что-нибудь сами, тогда и ставьте свою печать. Пойдем отсюда. Гусеницам понравилась игра с печатью, но теперь, прежде чем ее поставить, им придется как следует потрудиться.